Еще 21 лабутнанская многодетная семья получила в собственность земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Документы, дающие право оформить участки в общедолевую собственность членов семьи, им вручила глава администрации города Марина Трескова. В соответствии с окружным законом о регулировании отдельных земельных отношений многодетные семьи имеют право на предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, под индивидуальное жилищное строительство. Вам передать в собственность и бесплатно. А почему такое вы имеете право? Да потому что все вы находитесь в очень уважаемом статусе многодетных семей. Немного из истории вопроса. В 2012 году участки получили всего 2 многодетные семьи. В 2013 уже 9. В прошлом году 20. А в этом планируется, что таких семей будет 26. В этот день документы, дающие право оформить участки в общедолевую собственность, получила 21 лабутнанская многодетная семья. Участки обеспечены сетями электроснабжения и дорогами со щебеночным покрытием. Взамен земельного участка можно получить денежную выплату, но лабутнанцы предпочитают землю. Среди сидящих нет желающих получить выплату или субсидию, да, компенсацию. Вы все хотите иметь земельный участок, а нам, соответственно, хочется думать, что вы все-таки обеспечите себя мечтой и построите свой дом на лабутнанской земле. Вот, не будете продавать этот земельный участок, да, каким-то третьим лицам. В Лабутнанках только одна семья воспользовалась правом на замену участка денежной выплатой в размере 1 300 000 рублей. Ну а подавляющее большинство предпочитает оформить в собственность участок и построить уютный и просторный дом для своей большой семьи. К примеру, семья Степана Ямышева. Он сам, жена, 2 почти взрослых сына и маленькая дочка в данный момент проживают на 42 квадратных метрах старого дома. Степан уже знает, что он будет делать на своей земле. Ну, в первую очередь построю баню, это в первую очередь. Ну, то есть место, где переодеваться можно будет нормально там. То есть уболочек поставлю, чтобы стройкой заниматься и потихоньку переодеваться, приходить. Помылся, сходил, попарился, переоделся, отдохнул. Вот так вот. Ну и строить, конечно, дом буду строить. Ну а помочь со строительством может Ямальский лесопромышленный комплекс, который провел презентацию своих проектов готовых домов из бруса. В общем, новым собственникам земельных участков под индивидуальное жилищное строительство есть над чем подумать. Ольга Подковыркина, Игорь Борисов, Максим Мячин. Программа «Время местное».